Дорогого папу и дедушку Василия Васильевича Ке... Блядь, Кешелёва или как его там? Кошелёва. А, там, который лежит. Дорогого... Да не говори, блядь, мы ещё проявлять тут будем. Студия такая красная. Дорогого папу и дедушку Василия Васильевича Кошелева с 80-летним днем рождения от всей... С юбилеем! Так, у меня месячный скоро, наверное. Да, я тут придумывала ему 10 тысяч лет. Сюда написать, я понял, я аж покраснела под злостью. Ну, если сказать почетного шахтера... Не-не-не, я тут придумала уже все. Еще вот это здесь торчит. Дорогого папу и дедушку Василия Васильевича Кошелева с 80-летним юбилеем от всей души поздравляют любящие родные. Уважаемый Василий Васильевич с 1956 года работает в городе Новошахтинске. С 1987 года носит почетное звание. Дорогого папу и дедушку Василия Васильевича Кошелева с 80-летним... Дорогого папу и дедушку Василия Васильевича Кошелева с 80-летним юбилеем от всей души поздравляют любящие родные. Уважаемый Василий Васильевич с 1956 года работает в городе Новошахтинске. С 1987 года носит звание почетный шахтер. С пожеланиями здоровья и всех земных благ ваши родные дарят такие строки пожеланий. Без лишних слов, без лишних фраз, с глубоким чувством уважения позвольте нам поздравить вас в день светлый вашего рождения. Что пожелать вам в этот день? Каких же благ, какого счастья? Чтоб никогда не унывать, не знать болезни и несчастья. Чтоб вы не знали никогда ни огорчений, ни печали. Чтобы товарищи, друзья с улыбкой всюду вас встречали. Он и так сытся, то ему 80 лет. Это неудивительно в его возрасте. Мама с матью сыт. Дорогого, любимого мужа и папу Анатолия Васильевича Черевкова с юбилеем от всего сердца поздравляют любящая жена Людмила, сын, дочь и зять. Как хорошо, что есть ты в этом мире, мне не страшно ни бури, ни снега, любимый мой Анатолий, хочу я быть с тобой всегда. От души желаем счастья много-много, долгих лет, ну а главное здоровье, чего дороже в мире нет. Прозвучало последнее музыкальное поздравление в нашей сегодняшней передаче, а я, дорогие друзья, прощаюсь с вами и желаю всего самого наилучшего. До скорых встреч! Сука, ненавижу всех пидорасов тупые. Давай запишем эту суку, проститутку эту несчастную, чтоб ей пусто было. Вот, вот и поставь, ей, прям специально поставь. Овца. Ну как ее, эту шлюху? Лисовицкую или...